Всем привет! Ну и как вы поняли по названию видео, сегодня я буду разбирать комьюнити ГД в Япи. Но перед тем, как перейти к разбору, думаю, сначала вам нужно пояснить, что из себя представляет эта платформа. Япи — это русский аналог TikTok, который был создан относительно недавно. Да и думаю, вы сами знаете об этой платформе, так как у нее очень много рекламы, я даже боюсь представить, сколько она потратила на эти интеграции. С этим разобрались, и думаю, можно переходить к главному, а это к самой составляющей комьюнити. Для начала скажу свои первые впечатления. Если честно, я ожидал чего-то большего и качественного. Но на деле же, в основном, ролики снимают 10 или 12-летние люди, которые чисто делают ролики для себя. Да и в принципе от Япи что можно было ожидать. Ну и давайте вам покажу первый ролик, который мне попался в глаза, когда я просто листал ролики по ГД. Вы что-то поняли вообще в этом ролике? Если честно, то я вообще ничего не понял. Что-то просто замедлял видео каждую секунду. И я даже не понял, к чему была надпись ГДшер не надо. Как-то вообще непонятно. Ну, если честно, это еще цветочки. Давайте-ка вам покажу следующие ролики, в которых реально ничего не понятно. Как развивались игры по-настоящему? Пипец, я даже не знаю, как просто это комментировать. Кстати, листая ленту, я нашел еще одно видео от этого автора. Ну, приятного просмотра. Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Это, я не знаю, это реально невозможно комментировать, просто человек ставит надпись и музыку, вообще не подходящую под надпись. Я просто реально ничего не понять ни по ГД, я еще просто никогда не видел. Ну и давайте приступать к следующим роликам, и заранее предупрежу то, что они будут хотя бы более понятнее, чем предыдущие два. Ну, единственное, что могу сказать, просто новичок момент. Ну, больше ничего не могу сказать по поводу этого ролика. Ну, ребят, че уханулся, ну смешно же, ну шутку выкупаете, ну слился же чел. Ну ладно, мне уже понятно стало то, что вам смешно, давайте приступать к следующему ролику. Ну тут, ребят, меня уже просто все прям, я уже не мог просто 5 минут отойти прям до слез. Ну у вас же реально точно было, когда вы в креаторскую заходите и там один шип ставите, ну блин. Ребят, разве не жиза, прям реально смехотворность. Ну а если вообще без рофлов, то мне очень печально наблюдать за этим комьюнити, так как в основном тут какой-то детский юмор и просто непонятные ролики. Ну, можно сказать то, что я специально отобрал самые такие плохие ролики, чтобы показать в плохом свете это комьюнити. Ну, ребят, если вы также вот будете вести вот поиск Geometry Dash, также я вот по-разному вводил, но там в основном только выходят всякие прохождения официальных уровней или просто нарезки каких-то ютуберов, что просто, считай, банальность. И из них только выделяется как раз-таки это. В том же ТикТоке может выделяться, не знаю, там всякие туториалы, всякие такие информативные ролики. В нем же только выделяются вот такие вот просто вот странные ролики, что и разочаровывает в комьюнити Япи. Ну, из-за того, что это новая платформа, и из-за того, что там навряд ли будет какой-то адекватный человек на серьезе что-то там снимать, там очень мало роликов, там просто их по пальцам можно считать. Вот как раз-таки по этой причине я сегодня вам показал очень мало роликов, потому что я искал около получаса, и там в основном только были прохождения каких-то официальных уровней или тех же нарезки, и нашел только вот как раз-таки это. Ну ладно, всем спасибо большое за просмотр. Если я найду еще ролики, может быть, даже запилю вторую часть. Ну, всем удачи и всем пока.